Всем здравствуйте! Это программа проекта «Неизведанная планета Человек». И сегодня особый повод. Особый повод нам с вами пообщаться, потому что я хочу вас поздравить с этим удивительным праздником, с Рождеством, и пожелать каждому из вас быть достойными этого момента. Рождество – это удивительное событие в эволюционной программе развития человечества, ибо осмелился один из нас, который взял на себя ответственность определить все и вся вокруг нас и нас самих, как любовь. Ибо Бог – это любовь, Бог – это все, и любовь, значит, это все. Мы с вами с рождения и в течение всего жизнетворчества, и в течение всей жизни мы с вами купаемся в этом абсолюте, которое определено удивительно просто и удивительно точно – любовь. Бог – это любовь. Сегодня удивительный момент, когда можно об этом подумать, можно с этим себя соизмерить, ибо, да, конечно, очень важны отношения мужчины и женщины, очень важны отношения матери и детей, отца, сына и дочери, очень важны отношения с родителями. Все очень важно, что вокруг человека, но есть одно наиважнейшее, абсолютное, не как грани, а как целое – любовь. Любовь. И если через этот абсолют, через эту идеальность выстраивать отношения с миром, то мир светлеет, мир рассвечивается всеми радугами торжества жизни. И как это важно, как важно рождаться каждый день, каждое мгновение, осознавая свою ответственность за эту удивительную формулу, определившую эволюционное развитие человечества. Любовь – это Бог. Мне кажется, что медитации важны, мне кажется, молитвы важны. Мне кажется, все важно то, что позволяет человеку настраиваться на самого себя. Но наиважнейшее – знать, что это все только инструментарий к тому, чтобы осознать ответственность за любовь. Осознать ответственность за те идеалы, которые определил Иисус. Осознать ответственность ежемгновенного своего содыхания с вселенскими, беспредельными, безмерными по силе своей энергиями. Бог – это любовь. Любовь – это Бог. Будьте счастливы. Это удивительный день, когда можно настроить свое сердце на тон абсолюта, определенного в свое время удивительным человеком Иисусом, который сказал, что Бог – это любовь. С любовью вас, дорогие мои, с Рождеством! Это была программа проекта «Неизведанная планета Человек». Я автор, ведущий Владимир Симонов. Буду рад, если вы подпишетесь на этот канал, если он вам, естественно, нравится. Комментируйте, задавайте вопросы. Любовь – это настолько всемерно и всесильно для человека, что только через любовь можно познавать окружающий мир и себя в этом мире. Только через любовь можно синхронизироваться с энергиями Вселенной, ответственными за трансформацию реальности на нашей планете. Удивительной планете любви. Земля называется. Всего самого наилучшего. С вами был Владимир Симонов.